Дело плохо. Полиция наступает мне на пятки. Они еще вернутся, и в следующий раз они меня возьмут. Агата моя последняя надежда. Похоже, она понимает, что со мной происходит. Надеюсь, на этот раз она ответит на мои вопросы. Агата! Агата, это Лукас! Кто-то выпрыгнул из окна. Сэр, мне нужно узнать ваше имя, чтобы записать ваше сообщение. Сэр, наряд полиции будет у вас через несколько минут. Сэр, вы меня слышите? Агата! Ее убили. Она была единственной, кто мог мне помочь, единственной, кто знал. Может, она что-то мне оставила? Ответ может быть где-то тут. Быстро, у меня есть пару минут, чтобы обыскать ее квартиру, пока не приехали копы. Это африканский тотем. Старая посуда. Ничего особенного. В этой клетке лежит листок бумаги. Газетная статья 1928 года. Зачем Агата мне это оставила? Полиция, есть тут кто? Эй, Кевин, вызывай скорую, тут на полу тело! Эй, есть кто дома? Тейлер, не ожидала, что ты придешь так рано. Будь паинькой и включи духовку. О, и налей нам пару бокалов шампанского из холодильника. Я буду готова через минуту.
Детектив Майлз, вы знаете, какой сегодня день? Ну, Рождество уже было, значит, 4 июля. Нет, это летом. Нет, я сдаюсь. Тайлер. Ладно, ладно, детка. Ровно 2 года назад я встретил женщину своей мечты. Хочешь, включим музыку? Я бы потанцевала. Тайлер подробно доложил мне о том, что было в банке Нейзер & Джонс. Он подчеркнул, что один из работников вел себя странно. Это был некий Лукас Кейн. Теперь у меня есть все части головоломки. Нужно просто собрать их воедино и вычислить убийцу. На своем столе я разложил информацию из Нейзер & Джонс, а на столе Тайлера — улики из забегаловки. Личность убийцы была где-то здесь. Валенти. Алло, Карла, это Гаррет. Я звоню, чтобы сказать, что я отправил тебе результаты анализа отпечатков пальцев с той ручки. Они уже должны быть в твоем имейле. Отлично. Спасибо, Гаррет. Я сейчас посмотрю. Тебе отправили список адресов, по которым такси доставляли пассажиров с улицы, на которой расположена закусная, в ночь убийства. Он должен прийти по факсу. Спасибо. Пока. Пока. Список адресов, по которым такси развозили пассажиров в ночь убийства. Если убийца уехал на такси, тут может быть его адрес. Список сотрудников банка Nether & Jones. У нас есть имена, адреса и фотографии всех, кто там работает. Вот папка Кейна. Правда ли, что он преступник? Я видела этот адрес. Ну, конечно! В ночь убийства кто-то взял такси до дома Кейна. Я нашла первую связь. Чтобы доказать, что Кейн тот, кто нам нужен, потребуется еще одна. Войдите.
А, привет, Карла. Я увидел, что горит свет, поэтому решил зайти поздороваться. Рада тебя видеть, Мартин. Ночью здесь спокойнее. Это помогает мне лучше соображать. Карла, я... Некоторое время меня волнует одна вещь. Мне нужно с тобой поговорить. Видишь ли, я видел убийцу из ресторана. Он спас в Центральном парке тонущего ребенка. Если бы не он, ребенок бы погиб. Я был там, когда это произошло. Это глупо, но я просто не смог его после этого арестовать. Я подумал, что он заслужил передышку. Мне очень жаль. Ох, не переживай так сильно, Мартин. На твоем месте я могла бы поступить точно так же. Я задержусь еще минимум на час. Нужно напечатать чертовы рапорты. Заходи, если соскучишься по компании. До встречи, Мартин. Книга Шекспира, обнаруженная под столом в закусочной. Список звонков, сделанных с установленного в ресторане телефона в ночь убийства. Возможно, один из этих звонков сделал убийца. Клочок бумаги, который убийца использовал в качестве закладки. Отпечатки убийцы с орудия убийства. Отпечатки Лукаса Кейна. Нет никаких сомнений. Отпечатки из ресторана и наручки принадлежат одному человеку. Теперь нет никаких сомнений. Убийца из забегаловки Лукас Кейн. Нужно немедленно сказать Тайлеру. Чай, любимый. Тайлер, я тебя предупреждаю. Если ты сейчас уйдешь, я тебя не прощу. Я быстро, детка. Сядь, выпей немного шампанского, ты даже не заметишь, как быстро я вернусь. Извини, Сэм, но это действительно важно. Ну как же я? Я тебе не нужна! Тайлер! Извините, мы закрыты. Приходите завтра. О, я ненадолго. Настер наш титлан, кастанешвик вещитланар. Наш титлан, крещитлан.
Наконец-то мне удалось сложить вместе все кусочки головоломки. Осталось только арестовать убийцу. Капитан Джонс дал нам все, что мы просили. Теперь ему от нас не уйти. Так, все готово? Все на местах? Вас понял. Сначала пойду я, прикрой меня. Окей. Черт, это еще что такое? Прикрой меня, я проверю комнаты. Его упустили. Теперь он в бегах. Он бежит по улице. Карла, что мне делать? Задержите его. Мы едем. Вас понял. Все повторяется. Кого-то убили в прачечной. Я все видел, как будто сам был там. Агата мертва, и кто же объяснит мне, что происходит? Руки вверх! Черт, полиция. Они меня нашли. Остаток своих дней я буду гнить в тюрьме и так и не узнаю, что произошло на самом деле. Нет, я не могу этого допустить. Стоять! Ублюдок!
Ты видела, что он сделал? Черт, вот дает! Нужно его поймать. В следующий раз он от нас не уйдет. Пятеро патрульных в больнице. Разбито 4 машины. Вертолет, который нам чуть на головы не рухнул. А убийца тем временем спокойно уезжает на метро. Надеюсь, вы сможете все это объяснить. Капитан, все пошло не так, как планировалось. Операцию провели четко и слаженно, каждый был на своем месте. Но Кейн проявил необычные способности. И что вы мне тут пытаетесь доказать? Что этот парень Супермен, да? Это ваше оправдание. Вы серьезно думаете, что я куплюсь на эту чушь? Капитан, мы не новички. Если бы этот парень был обычным уголовником, мы бы его мигом поймали. Мы его недооценили. Он гораздо опаснее, чем мы думали. Чихал я на ваши отмазки! Когда пресса узнает, что Кейн ускользнул у нас из-под носа, они сделают из меня посмешище, а мэр придет по мою душу! Ну что, план у вас есть? Вы знаете, где он? Фото Кейна разошлют всем патрульным во все аэропорты и вокзалы. Мы обыскиваем его квартиру дюйм за дюймом и допрашиваем его знакомых. Он не сможет прятаться вечно. Я хочу, чтобы задницу Кейна искали все свободные сотрудники. Я хочу, чтобы его поймали не позднее, чем через 48 часов. Вы поняли? Нужно его посадить, пока он не решился на еще одно убийство. А теперь проваливайте! Карло, я тебя искал. Мы нашли отпечатки Кейна в квартире, где был обнаружен труп пожилой женщины. Это еще не все. Прошлой ночью в прачечной произошло двойное убийство. Одна из жертв была убита ударом ножа в сердце. Гаррет уже там, он тебя ждет. Лукас. 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 Агата? Агата, это ты? Я думал, ты была... Мертва. Да, в некотором роде. Но я пообещала рассказать тебе все, что знаю. А я всегда держу свое слово. Слушай внимательно, Лукас. У нас очень мало времени. Ты не безумец и не убийца. Ты просто оказался не в то время, не в том месте. Почему они выбрали меня? Зачем было убивать того парня? Чистая случайность. Им было нужно, чтобы человек убил человека и открыл пасти змеев. Ты не первый, кто совершил жертвоприношение. И точно не последний. Так кто же заставил меня совершить убийство? Кто сел за мой столик в забегаловке? Никто не знает его настоящего имени. Его называют Оракул. Он служит сильнейшим из сильнейших. Они остаются в тени, но управляют этим миром с самого начала времен. Они идут. Берегись, Лукас. Они хотят отнять твою жизнь. Квичнитлан — древняя цивилизация майя. Там ты найдешь ответы на часть своих вопросов. Агата? Агата!
Лукас, очнись! Что ты тут делаешь? Что случилось? Меня нашла полиция. Мне удалось скрыться. Я всю ночь шел пешком. Идти мне больше некуда, так что я пришел сюда. О боже, Лукас, сейчас тебе и правда нужно идти в полицию. Другого выхода нет. Я не сдамся, пока не пойму, что со мной случилось. Я снова виделся с Агатой. Прямо здесь, совсем недавно. Она умерла, но ей нужно было кое-что сказать. Она хочет помочь. Агата умерла? Ты хочешь сказать, что... Нет, Маркус, я не убивал Агату. Когда я пришел, она уже была мертва. И ты говоришь, что разговаривал с мертвым человеком? Это все бессмыслица. Маркус, со мной творится что-то странное. После убийства я обнаружил, что могу делать невероятные вещи. Я вижу то, что еще не произошло. Иногда я даже слышу мысли других людей. А мое тело стало гораздо быстрее и сильнее. Ни у кого нет таких возможностей, Лукас. Ты не становишься Суперменом. Ну и что ты собираешься делать? Тебе нельзя здесь оставаться. Полиция точно придет меня допросить. Возможно, будут за мной следить. Мне нужно найти укрытие. Я беглый преступник. Мое описание скоро будет на каждом столбе. По крайней мере, теперь я знаю, что всему этому есть объяснение. Нужно найти тех, кто за этим стоит. Береги себя, Лукас. Тебя убьют при первой же возможности. Нет, ничего хуже того, что я вижу в своих видениях. Агата говорила про Майя. Не густо, но это вся информация, которая у меня есть. Нужно найти, где спрятаться, пока я все не выясню. Мне может помочь только один человек. -5 по Фаренгейту. С каждым днем все холоднее. Похоже, весь город окоченел под горами снега и льда. Но пока никому нет до этого дела. Эй, Карло, что с тобой, детка? Шевелись, тут холодно. Иди внутрь, Тайлер. Я пойду поговорю с Гарретом, узнаю, удалось ли ему что-нибудь найти. Я за. На таком холоде даже мысли замерзают. А, Карло, я тебя ждал. Ну, что тут произошло? Сегодня утром около 5 часов сюда пришел владелец прачечной и обнаружил трупы. Когда он попытался зайти внутрь, оказалось, что дверь заперта изнутри. Он увидел через окно 2 трупа и позвонил в полицию. Думаешь, к этому причастен Кейн? Женщина погибла от 3 ударов ножом в область сердца. Все произошло в общественном месте и без явных мотивов убийства. Похоже это на Кейна. Отпечатки есть? Только отпечатки жертв. Если ты имела в виду отпечатки Кейна, то их тут нет. Спасибо, Гаррет. Три или 4 удара в область сердца. Точно так же, как и в той забегаловке. Не удивлюсь, если вскрытие покажет, что перерезаны артерии. Ты заметил кровь вот здесь? Да, я видел. Как думаешь, что это значит? Убийца истекал кровью еще до того, как зарезал жертву. Как и в уборной той закусочной.
него в глазу нож. Наверное, смерть была мгновенной. Жуть. У него изрезаны все запястья. Похоже, на них вырезан какой-то символ. Змея. Змея с двумя головами. Странно. Откуда здесь кровь? Здесь он изрезал себе запястье? В случае Кейна в кабинке тоже была кровь. Кейн тоже порезал себе руки? У ножа такая же ручка, как и у остальных инструментов. Наверное, он из этого ящика. Его глаз воткнут нож. Черт, это должно быть больно. Бедняжка, ее ударили спереди. Она увидела убийцу в самый последний момент. Из трубки раздаются гудки. Наверное, она не успела набрать номер. Как жалко, у нас мог бы быть живой свидетель. Вот белье жертвы. Кто бы мог подумать, что она не доживет до того момента, когда оно будет выстирано. Поехали, я все осмотрела. И что нам думать об этом убийстве? Парень совершил самоубийство после убийства женщины? Как это не абсурдно, но это единственное объяснение. Не думаю, что Кейн как-то связан с тем, что произошло в прачечной. И все же между двумя этими убийствами должна быть какая-то связь. Мне было некуда идти. Я был истощен и думал, что скоро умру. Если не от холода, то от голода. Я надеялся, что смогу отдохнуть пару часов у Тиффани, набраться сил и поразмыслить над тем, что делать дальше. Я был в ее новой квартире только один раз. Где она находится, я помнил очень смутно, но, по крайней мере, в улице был уверен. За квартирой Тиффани. Ну, конечно. Они подумали, что я приду к ней, чтобы спрятаться. Нужно найти другой способ попасть внутрь.
полиция. Должен быть какой-то способ их обойти. Это окно квартиры Тиффани. Если бы я только мог его открыть. Я был не особенно рад, что залез в квартиру Тиффани как вор-домушник, но выбора у меня не было. Я уже почти сутки ничего не ел, да и усталость начинала давать о себе знать. Главной новостью дня остается чрезвычайно низкая температура. Столбик термометра упал до рекордной отметки в минус 15 градусов по Фаренгейту. Из-за сильного снегопада был временно закрыт Бруклинский мост. Как это ни печально, от холода умерло несколько бездомных в Гарлеме и Бронксе. Европу стихия тоже не щадит. Рекордные морозы были отмечены сразу в нескольких странах. Личность убийцы из забегаловки установлена. Его зовут Лукас Кейн. Прошлой ночью ему удалось сбежать за миг до того, как к нему в квартиру пришли офицеры местного отделения полиции. К
сожалению, череда убийств продолжается. Он убил пожилую женщину и еще двух человек в прачечной неподалеку. Мотивы убийств неизвестны, но специалисты говорят, что, скорее всего, он душевнобольной. Полиция передала фотографию Кейна в СМИ и надеется арестовать его. А для экспертной оценки предмета нашей дискуссии мы пригласили одного из самых известных специалистов по цивилизации майя, профессора Дмитрия Курякина, из Мезоамериканского университета Нью-Йорка. Спасибо, что вы пришли, профессор. Вы написали удивительную книгу про обряды племени майя, и я хотел спросить... Специалист по цивилизации майя. Он наверняка знает, что такое Квичитлан. Нужно встретиться с этим Курякиным. Мое фото напечатали во всех газетах. Теперь меня может узнать любой прохожий. Нужно быть очень осторожным. Есть тут нечего. Есть тут нечего. Одно новое сообщение. Сегодня в 10:41. Здравствуйте, мисс Харпер. Я следователь полицейского управления Нью-Йорка Карло Валенти. Я бы хотела задать вам несколько вопросов. Я перезвоню вам позже. Напугал. Что ты тут делаешь? Меня ищет полиция. Мне нужно спрятаться на пару часов. Лукас, что с тобой творится? Газеты пишут, что ты убил несколько человек. Это правда? Все это очень запутанно. Все, что я могу сказать, я не убийца. Я люблю тебя, Лукас, и не хочу потерять. Слушай, они просто хотят задать тебе несколько вопросов. Сохраняй спокойствие, Тиффани, и ответь на все их вопросы. Я спрячусь. Все будет хорошо, вот увидишь. Мисс Харпер! Мисс Харпер, вы дома? Да, секунду, уже иду.
я больше не могу заставлять их ждать. Нужно открыть дверь. Мисс Картер? Да? Я следователь Тайлер Майлз из полиции Нью-Йорка. Я расследую дело Лукаса Кейна. По нашим данным, вы были любовниками. Это правда? Были, да, правда. Но мы разошлись. Мы расстались около месяца назад. В последнее время мистер Кейн не пытался с вами связаться? Позавчера я ходила к нему домой, чтобы забрать свои вещи. Мы почти не разговаривали. С тех пор я о нем ничего не слышала. Вы не против, если я осмотрюсь? Ну, на самом деле... Эй, я всего на минуту. Давайте. Решили сделать ремонт? Да, состояние квартиры было не очень, так что я решила ей заняться. На это нужно много времени, и со своей работой я не успеваю. А кем вы работаете? Я медсестра, работаю в больнице Святого Иоанна. Почему у вас здесь разбито окно? А, это... Я разбила стекло, когда вчера вечером двигала мебель. Стекольщик пообещал зайти сегодня, но... Наверное, просто забыл. Спасибо за сотрудничество, мисс. Если Кейн попытается с вами связаться, сразу же позвоните. Вот моя визитка. Будьте осторожны, мисс. Кейн очень опасен. Привет. Мое имя Барни. Детектив Карло Валенти. Вы хотите поговорить с Янусом, так? Он во втором коридоре направо. Когда закончите? Опять свет отключили. Это уже шестой раз за день. Впрочем, в такие холода это неудивительно. Хорошо, что у госпиталя есть свой резервный генератор. Помните, камера Януса во втором коридоре справа. Один из моих коллег ждет вас там, чтобы открыть дверь. Я за вами присмотрю. С вами ничего не случится. Спасибо, Барни. На самом деле я не знала, что я тут собираюсь найти. Убийцей был Кейн, в этом не было сомнения. И все же мне просто необходимо было узнать подробности дела об убийстве Кирстена. Здравствуйте, я подожду вас здесь. Хорошо, спасибо.
Здравствуйте, я следователь Карло Валенти из полиции Нью-Йорка. Я бы хотела задать вам несколько вопросов, если вы не против, разумеется. В вашем деле я прочитала, что вас часто посещают некие видения. Вы не хотите мне о них рассказать? Зачем вы взяли на себя труд меня навестить, следователь Валенти? Я, знаете ли, сошел с ума. Все, что я скажу, не имеет смысла. Разве не так? Возможно, я найду в этом смысл. Энтон, расскажите мне все, что вы знаете. Мужчина и женщина в прачечной. Она полновата. Латиноамериканка. А он... У него в глаз воткнут нож. Откуда вы знаете? Я был там. Я вижу... Его глазами. Я присутствовал при всех убийствах. Я был там. Кто убийца? Никто не знает. Его никто не видит. Он не оставляет следа в людской памяти. Но я знаю. Я-то знаю, что он есть. Он среди нас. Незримый. Он повсюду. А вы, Энтон, почему вы тогда убили? Я никого не убивал. Я был просто инструментом. Я слышал его голос у себя в голове. Я всегда вижу кровь. Всегда, всегда. Остановите это. Но почему происходят эти убийства? Почему эти люди умирают? О, мир совсем не такой, как ты думаешь. Оранжевый клан тайно всеми управляет. Они следят за нами, они слушают наши разговоры постоянно. Они записывают то, что ты говоришь, они знают, что ты делаешь каждую секунду. Они повсюду. Как это связано с убийствами? Они хотят безграничной власти. Они хотят ответа на вопрос жизни. Они хотят жить вечно. Энтон, мне нужно идти. Спасибо вам за помощь. Уже слишком поздно. Мы все умрем от холода. Это будет конец человечества. Конец человечества. Конец человечества. Все идет по плану. Я отведу тебя к... Черт! Похоже, сейчас это серьезно. Похоже, наш запасной электрогенератор не включился. Ничего, пройдет. Иногда мы ждем пару минут. Подождем пока здесь. Что это за шум? О, черт! Двери камер. Все камеры открылись. Наверное, перебой с электричеством повредили автоматическую систему закрывания дверей. Что? Вы хотите сказать, что пациенты могут выйти из камер и ничего... Не двигайтесь, не шумите. Мы же не хотим, чтобы они нас тут нашли. Просто стойте спокойно, мы подождем, пока дадут свет. Успокойтесь, подойдите ко мне. Санитар, они его поймали. Нужно уходить отсюда, иначе они меня найдут. Если не успокоюсь, то упаду в обморок, и тогда они меня точно найдут. О боже, быстрее, нужно отсюда выбираться. Ha ha ha!
богу, вы выбрались. Не знаю, что случилось. Автоматическая система открыла двери всех камер. Вы не ранены? С вами точно все в порядке? Отлично, Барни. Отлично. Обожаю играть в прятки в темноте с кучкой убийц-психопатов. Этот ученый из телепрограммы был моей последней надеждой. Не знаю, как племя Майя связано с тем, что со мной случилось, но тогда я был готов выслушать любое объяснение, которое придало бы хоть какой-то смысл тому кошмару, в который превратилась моя жизнь. Здравствуйте, я журналист. У меня встреча с профессором Курякиным. Профессор вас ждет. Голова статуи Дзаммы, найденная в Чиапас. Каменная стелла из Паленке. Средние века. Это фреска. Двухголовый змей. Этот же символ я вырезал на своих запястьях в ночь убийства. Голова статуи Дзаммы, найденная в Чиапас. Круглый алтарь, возможно, использовавшийся для жертвоприношений. Темные века. Женская статуэтка, найденная на побережье Гватемалы. Разноцветный трехногий табурет. Происхождение – Мексика. Золотые кубки и тарелки. Возможно, использовались в обрядах жертвоприношения из Кампенче. Профессор Курякин? Да? Меня зовут Джон Каннингем. Мы разговаривали по телефону, и я журналист, собираю информацию для статьи о религии майя. А, да, я вас ждал, молодой человек. Напомните, для какого издания вы пишете? Я пишу для Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс заинтересовался моей работой? О, да, все мои уважаемые коллеги позеленеют от зависти. Забавно. Ваше лицо кажется мне знакомым. Мы с вами раньше не встречались? Да, со мной такое часто бывает. Наверное, у меня такое лицо, которое всем кажется знакомым. Ну что ж, давайте. С чего вы хотите начать? Вы можете рассказать мне о Квечнитлане? Конечно. Пойдемте, я покажу. В
Вы видите перед собой древнего бога майя Квечнитлана, двухголового змея. Одна голова смотрит в этот мир, другая в другой. Оракулы майя открывали обе его пасти и могли видеть через змея другой мир. Вы не объясните, что это за другой мир? Мир за гранью нашего. Царство богов и мертвых. Майя верили, что человеческие жертвоприношения позволяют слышать голоса умерших и предвидеть будущее. Что конкретно нам известно об этих оракулах? О, совсем немного. Они очень таинственные. Это мистические посредники, которые позволяют человеку связываться со сверхъестественными силами. Если верить текстам майя, оракулы обладали тайной силой. Какой силой обладали эти оракулы? Некоторые тексты упоминают чудесную жизненную силу, благодаря которой оракул живет несколько столетий. Скажите, как проводили обряд жертвоприношения? Пойдемте, я покажу. На рисунке, который датируется первым веком до нашей эры, изображен обряд жертвоприношения. Агония жертвы должна была быть долгой. Главное — держать пасти змея открытыми как можно дольше. Жертву ударяли ножом 3 раза. Каждый удар перерезал одну из легочных артерий, ведущих прямо к сердцу. Жертву убивает не оракул? О, оракул ни в коем случае не должен осквернять себя чужой кровью. Поэтому он выбирает посредника. Совершенно случайно обычного человека. Этот человек становится палачом. Оракул полностью контролирует палача, управляя им на расстоянии. Жертвоприношение майя. Вот что это. Вы не журналист, так? Кто же вы? Меня зовут Лукас Кейн. Полиция ищет меня по обвинению в убийстве, которого я не совершал, но я был палачом. Вы убийца? Я не виновен. Я 3 раза ударил незнакомого человека, перерезал ему артерии. Все точно так же, как вы описывали. Не хотите же вы сказать, что в наше время все еще живет оракул майя? Это совершенно невозможно! Я говорю правду, профессор. Иногда я даже вижу глазами оракула. Что вы видите? Девочку. Она такая спокойная, будто чего-то ждет. Девочка. Боже, в кодексе написана правда. Кодекс? О чем вы, профессор? Вам нельзя здесь оставаться. В газете, которую читает охранник, есть ваша фотография. Он вас точно узнает. Давайте пойдем отсюда, и я вам все расскажу. Спасибо за помощь, профессор. Thank you.
профессор? В кодексе говорится о приходе ребенка, пророка, ответа на все вопросы жизни. Оракул убивает, чтобы найти дитя. Я давно ищу с тобой встречи. Мало кто может противостоять Оракулу. Что же в тебе особенного? Хрома. В тебе есть хрома. Это все объясняет. Как же ты заполучил такую силу? Неважно. Важно то, что тебе пришло время умереть. Хрома? Что это значит? Сила, создавшая Вселенную, начало всех начал. Тех, кто ей обладает, она наделяет невероятными способностями. Зачем вам моя смерть? Я не могу вам помешать. Обряд создал связь между нашими душами. Каждый раз, когда я смотрю через змея, ты видишь то же, что и я. Единственный способ разорвать эту связь — смерть одного из нас. Хватит разговоров. Меня ждут другие дела. Мы встретимся снова в другом мире. Кибинтиннах квентаунех. Слушай внимательно, Лукас. Те, кто стоит за Оракулом, ищут маленькую девочку, кристально чистую душу, которая еще не воплощалась в человеке. Ее появление было предсказано в древнейшем за всю историю человечества пророчестве. Это девочка из твоих видений. Найди ее раньше Оракула и спрячь в безопасном месте. Поторопись, времени мало, они уже вышли на твой след. Должен тебе сказать, мы недовольны. Очень плохо. Он снова от тебя убежал. Сначала в музее. Большая ошибка, тогда в музее. А затем в волне. Так вдобавок ты еще и раскрыл перед ним свое лицо. И все напрасно. Просто я
Я не знал о некоторых факторах, мои владыки. Каких факторах? Как он может обладать хрома? Это невозможно. Бред! Как он может обладать хрома? Я не знаю, но совершенно уверен, что обладает. Вот почему он отразил мои ментальные атаки и успешно скрывался от полиции. Это может заставить нас изменить план. Это серьезно. Да, очень. Это еще не все. Кто-то вмешался. Что это значит? Когда ты был с ним в волне? Да, мой владыка. Кто-то отразил все направленные на Кейна атаки и защитил его. Это не был один из нас. Наверняка нет. Нет. Я думаю, это был кто-то еще. Его хрома. Другая. Другой клан? Это невозможно. Остались только мы. У нас есть враг. Который также ищет дитя Индиго. Они не должны найти ребенка. Это была бы катастрофа. Катаклизм. Кейн на их стороне. Или они его просто используют? Он ключ. Он видит нашими глазами. Он не должен найти ребенка. Ты должен решить эту проблему. Определенно. Я уже принял меры. Я с ним наверняка разделаюсь, и очень скоро. Не разочаруй нас. Ты можешь идти. Оракул церкви Маркуса. Нельзя терять ни секунды, нужно предупредить его, иначе ему конец. Лучше подождать, Карло. Подмога будет с минуты на минуту. Ни за что. На этот раз я собираюсь взять его. Портье поклялся, что он был в своей комнате, теперь ему не уйти. Надеюсь, этот парень не ошибся, когда сказал, что узнал Кейна по фотографии в газете. С виду он такой слепой, он бы собственную мать в телефонной будке не узнал. Мы найдем ответ в комнате 369. Отвечай, Маркус, отвечай! Здравствуй! Вернусь через минуту, нужно ответить на телефонный звонок. Собор Святого Павла. Маркус, он в церкви. Не дай ему схватить себя. Лукас, это ты, Лукас? Что происходит? Нет времени объяснять, Маркус. Немедленно беги, закрой двери, закрой их покрепче. Умоляю тебя, просто сделай, что я прошу. Ну хватит, Лукас. Ну сделай это! Хорошо, я закрылся. Теперь ты объяснишь мне, что происходит? Позвони в полицию и не выходи, пока они не приедут. Лукас. 369. Вот оно. Или он изменился после того, как была сделана фотография, или это не он. Черт возьми! Что произошло? Девочка, успокойся. Я думаю, произошло небольшое недоразумение. Тайлер, это не тот номер! Да? Наверное, здесь, на этаже, есть еще один номер 369. Дальше идти нет смысла. Комната Кейна на этом этаже.
Это не тот номер. Это не тот номер. Это не тот номер. Птичка улетела из клетки. Я найду его, Тайлер. Обещаю тебе. Давай, пойдем. Ты уже понял, что я не шучу. Так что не задерживайся. Я иду к своей смерти. Все, через что я прошел после того, как вошел в ту забегаловку, все эти события вели меня к этому. Я устал бороться. Устал все время бежать и скрываться. Я все равно проигрывал. Осталось сделать только одно. Попытаться спасти Тиффани. После этого я решил больше не бороться со своей судьбой. Лукас! Лукас, помоги! Тиффани! Она наверху американских гор. Нужно найти способ туда забраться. Странно. У меня такое чувство, что я его уже где-то видел. Thank you.
Наслаждайся поездкой.